Защитники Приднестровья, которые стали инвалидами первой и второй группы, смогут получить льготный кредит под минимальный процент. Верховный Совет разработал специальную госпрограмму, которая будет действовать до 2026 года. Срок этой программы не 3 года, а 6 лет. И сумма кредита, возможного кредита, максимальная сумма – это 25 тысяч рублей, которая позволит защитникам Приднестровья, ставшим инвалидами, получить эти средства и потратить на свои нужды. Они будут иметь право получать льготные кредиты по 4% годовых, которые будут предусматриваться нашим республиканским бюджетом на эти цели. Выдавать кредиты будет Приднестровский Сбербанк. Заемщик будет выплачивать только 4% годовых, остальные 13% берет на себя государство. Деньги на эти цели уже запланированы в республиканском бюджете этого года. Воспользоваться потребительским кредитом смогут более 460 человек. Эти деньги, отмечают в Верховном Совете, защитники Приднестровья смогут потратить на лечение, ремонт дома, квартиры или автомобиля. Парламент намерен принять новый закон в начале июня. Он вступит в силу сразу после подписания президентом.